Начал установку пароизоляции. Значит, что я сделал? На досках я отмерил высоту. Нахлёста, который я хочу, это 20 сантиметров от основания стены, где вот подходит, к углу подходит пленка. Отсюда, значит, 20 сантиметров я хочу нахлёст, чтобы потом, когда скрещивать вместе стену и пленку, было за что цепляться и нормально склеивать все это дело. Получилось у меня вот это расстояние 2,91, и значит я делаю 3,31, отрезаю кусок, аккуратненько загнул там уголок, сейчас покажу, загнул там уголок, здесь надо сейчас ходить очень аккуратно, чтобы не наступать на вату, а именно вот на сами половые лаги. Оп, вот так вот я загнул уголок, покажу получше освещение, да, то есть он пойдет на эту сторону уже это прям по линиям. И сейчас снимаю пленку, аккуратно проклеиваю, потом это простеплю. Закончили обрешетку под фанеру. Да, здесь я уже все переложил. Все, что лежало у меня с этой стороны, теперь лежит здесь. Поэтому я так частями и делаю. То есть не все сразу там полностью
сетку уложить полностью, уложить ветрозащиту полностью, утеплитель. Нет, по частям, потому что надо же это куда-то все перекладывать, где-то хранить. А здесь почему не доделаны до конца, еще не купил фанеру. Все знаете, все про это говорят везде, цены выросли капец. Короче, копим, копим на фанеру влагостойкую и будем ее покупать. А пока есть чем заняться. То есть пока вот, чтобы дойти до этого же уровня, у меня для этого все есть. То есть буду заниматься вот этим. Сейчас я перейду, значит, туалет пока нет, потому что я не купил трубку под сам унитаз. Трубу я не купил, сотку. Поэтому я пока это пропускаю. Душ и парилка. У меня взяты трапы, уже куплены. И труба 70-ка для трапа. Я уже пометил, где я буду, собственно, делать слив. Вот здесь мне надо. То есть я приставил трубу, маркером очертил. Мне получается немножко доски подрезать. Сейчас я ножничками отрубаю здесь. Ножничками уберу здесь сетку и лобзиком вырежу эту часть. Туда зайдет труба. И я уже тогда смогу здесь полностью утеплять. И ветрозащиту ставить, утеплять, и все вот эти дела. И то же самое было проделано в парилке. Именно в этих местах, потому что я уже говорил, не говорил, не помню. Сам я канализацию подключать не буду. Именно септик закапывать и вот мелиционное поле делать, вот эти все дела. Будет делать какая-то фирма. Пока еще присматриваю, пару уже присмотрел. И я сейчас сделаю максимально слив близко к наружной стене, чтобы потом, когда приедут ребята, было очень удобно им работать. Не надо было мне тут перерывать пол участка, чтобы добраться до трапа, до слива. Поэтому, да, у стены, то есть они там подкопают, как им надо, будет довольно-таки удобно, они подключатся, все вот эти дела. Плюс еще, почему не в каких-нибудь углах делаю сливы, а именно по центру комнаты, так сказать, потому что чтобы меньше геморроить потом с этими углами, чтобы водичка стекала именно туда, куда мне надо, когда будет плитка здесь устанавливаться. Ну вот, как-то так. А теперь самое главное, что, скорее всего, начнет срач в комментариях. Я готов к этому. Сама пленка, которую я использовал как пароизоляцию. У нас в магазине, где я вот искал материал, нету именно мембраны пароизоляционной. Я нашел интернет-магазины, там цены просто нереальные. За рулон в 75 квадратов цена, начиная со 160 евро, это безумие, это просто очень много. А в магазинах как пароизоляция продаются только вот эти клеенчатые пленки, толстые, то есть чем теплицу накрывают, чтобы ее ветром не сдуло. Вот такие вот только продаются. Меня они совершенно тоже не устраивают, потому что у меня уже был опыт. Когда-нибудь на канал, я, может быть, выложу это видео, у отца на даче, он себе на пол именно вот такую стелил, и все, что произошло, там скопилось нереальное количество воды со временем, и там сгнил абсолютно весь пол. Поэтому только что-нибудь мембранное, чтобы дышало. Так, что же использую я? Фирма, ну, наверное, особо не имеет значения. Но вот она написана. Значит, эта пленка, рулон стоит 69 евро. Это диффузионная мембрана. То есть не совсем пароизоляция, это диффузионная. Это практически то же самое, что устанавливается на крышу. Скорее всего, они для этого и нужны. Но! Значит, есть диффузионные мембраны тоже разные, абсолютно разные. Есть за 30 евро, за 29 евро можно взять 75 квадратов мембраны. Но почему я остановился на этой подороже? Потому что она трехслойная. И в описании к этой мембране производителям написано, что она паропроницаемая. Поэтому я подумал, ну ты паропроницаемый, все, это то, что мне надо. Меня отвлекли звонком. Что я хотел еще добавить? Я пообщался, значит, с моим знакомым строителем, который работал
долгое время на каркасных домах. Он мне объяснил так, что в принципе разница во всех этих мембранах в ценообразовании, и те мембраны, которые считаются чисто пароизоляционными и продаются за очень большие деньги, они будут также работать, как и обычные мембраны, которые пропускают пар. Значит, решайте сами, да, то есть я никому не навязываю, я просто показываю, как делаю я. Срач в комментариях открыт, еще раз повторяю, я, в принципе, к этому готов, потому что я точно знаю, что много будет негативных комментариев по этому поводу, что все не так, пароизоляцию ставишь, вообще это не пароизоляция, у тебя тут все стухнет, сгниет, я думаю, тут все будет очень хорошо, поэтому, да, но про мембрану саму я как-то просто в самом начале не рассказал, но теперь исправился.